или в эту ночь проходила сессия областного совета. Я же на ней не был. Следующий вопрос. Вы только что сказали, я на ней не был. В то же время вы сказали, я видел выступление Александра Сергеевича Ефремова. Объясните вот это несоответствие. Как можно видеть, не находясь на сессии? Ну, я вам расскажу, значит, появилась такая штука, появилась Швеция, страна, там появились люди, которые придумали интернет, потом эти технологии развивались, интернет охватывал все больше пространства на земном шаре, и вот он добрался в Украину, и с тех пор человек... Вы сами любой человек, это понимаю, это мобильный телефон, это тоже может быть прогресс. Нет, можете дальше, если будете, пожалуйста. Уважаемые... Я задаю конкретный вопрос. Как вы видели, находясь на сессии? В каком порядке? Вопрос понятен? Адвокат, разрушение Велисия сказал, что по телебачению. Который появился чуть раньше интернета. Все пытания. Через телефон видели или как? Я не понимаю. Ну, объясните. Через позорную трубу. Так что мы будем терпеть, это ваша честь. Это замечание не делать. И для меня другой родины не будет. И отсюда мне уходить некуда. Поэтому если кто-то думает с бандеровской идеологией